Для приготовления бразильского пирога Боло Салгадо нам понадобится 300 грамм копченой колбасы, 2 стакана муки, пол чайной ложки соды, гашеной уксусом, 1 чайная ложка соли, 1 чайная ложка сахара, 4 яйца, пол стакана растительного масла, 1 стакан молока, 100 грамм сыра, 3 зубчика чеснока, 1 луковица, пучок укропа, пучок зеленого лука, маслины без косточек 1 банка, консервированная кукуруза 1 банка, маринованные огурцы 200 грамм. Готовим тесто. Гасим соду уксусом и кладем в большую емкость. Добавляем соль, яйца, сахар. Перемешиваем. Добавляем растительное масло. Муку. Перемешиваем. Добавляем молоко. Перемешиваем, чтобы не было комочков. Тесто готово. На крупной терке натираем сыр. На мелкой терке натираем чеснок. Мелко нарезаем репчатый лук. Нарезаем мелко колбасу. Все добавляем в тесто. Мелко режем укроп и зеленый лук. Все добавляем в тесто. Маслины нарезаем маленькими кружочками. Добавляем в тесто. Туда же добавляем кукурузу и мелко нарезанные маринованные огурцы.
Все тщательно перемешиваем. Смазываем маслом жаропрочную форму для запекания и выкладываем получившуюся массу, разравнивая поверхность ложкой. Выпекаем в разогретой до 200 градусов в духовке 35 минут. Готовый пирог нарезаем порционными кусками и выкладываем на большую тарелку. Пирог лучше есть холодным. Приятного аппетита!